Без торговых накруток и посредников в Копейске в выходные открыли уличную ярмарку. На ней свою продукцию представили как крупные производители области, так и фермеры. Горожанам предлагали купить яйца, овощи, мед, колбасу по оптовым ценам. Инициатором создания таких ярмарок стал председатель Совета муниципальных образований Анатолий Литовченко. Ярмарку посетили больше сотни человек. Среди покупателей депутат ЗАГС Собрания области. Марина Поддубная от парламентских будней отдыхает на даче. На ярмарке купила саженцы. Купила жимолость нескольких сортов. Купила, как мне показалось, очень яркую, интересную розу, бархатную. Купила флоксы, купила огурцы необычного сорта, которые прям сегодня можно в теплицу. Дешево, а главное, все производители области в одном месте. Здесь есть экологически чистые овощи и зелень, яйца и макароны, большой выбор мясных изделий. Мне было интересно посмотреть особенности продукции фермерских хозяйств. И мы увидели фермер Съедковского района. Я думаю, торгует такой продукцией, которую в магазине точно не встретишь. Во-первых, это чисто мясная продукция. Видно, что она изготовлена в таких домашних условиях. Напомним, накануне подобная ярмарка прошла в Ленинском районе Челябинска и вызвала большой ажиотаж у местных жителей. По словам Анатолия Литовченко, подобные ярмарки станут регулярными. Планируется расширить и ассортимент продукции.